Да как так, Кэп, меня в этой игре чпокают просто без шансов. Да не ссы, таракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счета плюс 100% кредитов придет. Пошла нагибатория. Но это, друзья, уже совершенно другая история. Наклонение пошло. Да, есть такое, правильно говорит. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин, капитан Очевидность, Кедр, да. Warface, и сейчас... Добро пожаловать на Горбатую гору. Боже, какая же ты крыса. Да, есть такое, почему бы и нет. Headshot, baby, you get owned, да! Спочина, мрачина! Благодарю, Данина! Главное, что работает! Вот так вот! Залетает, сука, прямо в тыковку! Давай! Сука, немного! Headshot! Есть, готов, блин! Вообще обалденно идет! Не, ну Кедр даже... Даже удивляет. Вот, ой, нам... разошелся, да, ракуха. Да. Смотри, как бы тебя клыкодайвером не сделали. Кэп, у меня ведь правда есть предметы потяжелее тапка. Не начинай лучше. Лучше даже не начинай. По твоим ощущениям, Кедр сильно хуже Макпула? По моим ощущениям, Кедр более универсален. Но Макпулу он, конечно, на ближник он сосет только так. На ближник Макпул, если что, перепилит, это только СТК и все. Но Макпул он не универсален, на средний уже... Хедшот, блин. Маскировка отключена. Хедшот тебе за это. Есть, минус 3 мозголом, давай, где? Да блин, ну ребята, ну... Вот, поздно, правда. Но прочно, да. Я заметил, ты любишь проникать в задние дырки. Ой, блин, Кэп, ты такой идиот. Вот он конченый, согласитесь. Это просто моральный дебил. Все знают, о ком идет речь. Не надо, я как раз нормальный, я воспитанный человек. Вот, я даблкил и делаю не более того. Все бойцы противника убиты. Упертые пацаны попались. Да, не сдаются, прямо нос к носу идем. Вот. Блин, этот меник меня чуть не убил. Охренеть, пипец, наводили пистолетов, блин. Кедром хрен перестреляешься с ними. Вообще тяжко. А сейчас, как ты говоришь, Кэпчик, будем проникать в задние проходы, да? Со спины зайдем. Почему бы и нет? Да блин. Это вы этого не видели, это так, это приступ косости бывает. Вот нормально. Нормально, уже лучше. Да ну блин! Бомба взята. Хедшот. Какая хитрая девочка. Братишка, сколько ты хедшотов поставил в своей жизни? Блин, Кэп, ты вот вопрос полегче не мог придумать? Откуда я знаю? Десятки, может, сотни тысяч, я беспо... Сука, отвлекаешь, падла! Хедшот. Поймана. А если пилить по телу, как будто у тебя Макпул, нормально будет? А если бы у бабушки был писюн, она была бы дедушкой. Кэп, нифига так не работает. Если у тебя Кедр, будь добр, стреляй в голову. Иначе вот что действительно будет, так Сосо Павлиашвили. Но не, эта пушка не для того, чтобы тело жать. Это так как бы, ну... Хедшот, в общем, не очень. Эта пушка именно хедшот-машина. Да еще и с глушаком, и прекрасно себя показывает. Ну, я ее с глушаком, во всяком случае, использую. Мне так больше нравится, я считаю так лучше. Хотя, конечно, альтернативное мнение тоже имеет право на жизнь. Но нет, это точно не Кедр, и жать в тушку не стоит. Выйдешь на тот же Кедр или СТК, и ты труп моментально, на любой дистанции. Вот. Надо использовать сильные стороны. Похоже на очередную долгую катку. Ну да, похоже. Допы пошли. Вот так, хедшот, деточка. Ничего, мы сдюжим, Кэп. Я думаю, наш все-таки возьмет. Мы проигрываем, потому что я часто немножко туплю. Ну ладно, часто и не немножко.
Давай. Вот, вот, вот так надо делать. Самец. Вот, оценил, братишка. Беспалевно такая головка ползет, да? Вот еще одна головка ползет, ну. Давайте мои сладенькие выходят. Вот еще одна. Да, блин, ну не надо было воровать. Ага, понятно. Я уверен, что он выйдет по-любому. Он должен выйти. Любопытность должна взять верх. Вот, так и произошло. Здравствуйте, девушка. Попалась, моя хорошая. Куда это ты собрался? Ну, если честно, то никуда. Тем более у нас тут еще гости. Ага. Зря резнули. О, дабл килл получился. Засаду Ракутагин устроил. Фига себе, это что за медик? Птичка какая-то на проводе, сука, сидит. Вот, еще одна малышка. Давай, малышка, станет шишка, вперед. Есть, легла по красоте. Признаю, твой нагиб с кедром меня впечатляет. Но будет ли он вообще хорош после того, как ведут новую броню? Кэп, после того, как ведут новую броню, хорошо будет то, что ты купишь за свои деньги. В общем, новые деньги, новые пушки, вот там все будет хорошо. Да. Я думаю, что большая часть арсенала отправится на помойку. Вот так. В том числе, к сожалению, и кедр. Где-то здесь они. Вон. Тихо. Есть. 45 фрагов, Ракутагин. Да. По-моему, это новый рекорд. Благодарю. Действительно, новый рекорд на 45 фрагов Ракутагин сделал. Кедр реально хорош. Это приятное оружие, которое, к сожалению, скоро канет в лету. Потому что ведут новую броню. И, в общем-то, эта пушка уже, скорее всего, будет вообще не актуальна. Пока что нельзя сказать, что Макпул на голову лучше кедра. По одной простой причине. Макпул эффективен только на ближний, а кедр — оружие универсальное. Поэтому, пока есть такая возможность, наслаждайтесь. И если вдруг вы насладились данным видео, ставьте лайки, по желанию, как хотите. Яйки чешите, это обязательно, без этого, сами понимаете, просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся. Пока. Нагиб.